Про пепси тоже. Да? Галочка. Да, ну это известная компания, которая, ну, все знают. Адидас вот компания, да. Там. Пума компания. Это не для нас. Макс плюс 100-500. Нет, как его, не для нас. У нас мало подписчиков. Там, у Седжу Крафта тоже много подписчиков, он там что-то ролики снимает, и там просмотр больше. Да при чем если Макс, этот твой, господи, Седжу или кто его там? У Седжу тоже галочки нет. Вот это верификация для тех людей, которые известные. Артисты по телевизору, депутаты, какие-то там, допустим, ну, кто очень еще? Известные люди. Очень известные люди, которых по телевизору показывают. Которые люди вот видят их постоянно там по телевизору. И они должны быть уверены, что это действительно их страница. А не копия там чья-то, кто-нибудь, может, кто завел, так назвал. Ты сейчас тоже себе страницу сделаешь и назовешь ее Владимир Владимирович Путин. А почему здесь Владимир Путин? У меня Данил канал, и что ж такого? Я тебе про это объясняю. И можешь назвать свою страницу. Вот так. И люди будут думать, это действительно ты, или это действительно Путин, или это кто-то придумал такую группу, понимаешь? Для этого нужна вот эта верификация. Всем обычным людям ее не дают, она не нужна нам. ВКонтакте. Тебе, Максиму, мне. Она нам не нужна. И это нужно только для тех людей, кто очень известен, которых показывают по телевизору, которых мы все знаем. Артисты. Ну, человека тоже 2000 года, тоже страницы, тоже верификация. Ну да. Ну, и чего? Ну, от этой верификации не зависит количество подписчиков. Ну, а что зависит? Какие ты посты делаешь? Что ты там пишешь? Какие картинки снимаешь? От этого зависит. Полезен ли твой пост? А если я буду там в группе там выкладывать, я же тоже выкладываю там видеозаписи на Ютубе, а то загружаю ролики. Ну вот, если людям нравится, они подписываются на канал. У меня вот про камень есть. Я сейчас уже правда, месяц туда не тоже не галочку не поставила. Ну я месяц. Да нет, я ничего не ставила. А чем, зачем ее ставить-то? Я что, известный человек, что ли? Чтобы больше платили деньги. Да не будут, это не зависит от этого. Не будут от этой верификации платить денег больше. Я тебе еще раз говорю. Верификация – это подтверждение очень известного человека. То, что страница действительно принадлежит ему, а не кому-то другому. Например, Орскру. Вот они должны сделать эту верификацию, потому что это действительно канал Орскру, а не какой-то там кто-то другой. Придумал, назвал Орскру и этот, под этим именем хочет деньги зарабатывать. Посты, если бы денег больше платили за это, у всех бы была верификация, у всех бы галочки стояли. От этого не зависит, от этой верификации не зависит количество подписчиков и количество денег. Это ни на что не влияет. Это нужно для подтверждения действительно Орскру, действительно известного какого-то человека. Уже по телевизору показывают артисты какие-то, которые все знают. Про Ниссан машину. Тойота. Ну да, тоже фирма Ниссан, Тойота. У них тоже свои группы есть. Вот им тоже нужно верификацию делать, чтобы это действительно их канал. Ниссан, канал Тойота. Тоже про рекламу снимают. Да, но это просто подтверждение канала. Подтверждение. А будет Тойота с галочкой утвержденной, будет Тойота без галочки. Ты же будешь понимать, что вот которая с галочкой, это вот та настоящая Тойота. Будешь туда заходить? Вот и все, для чего она нужна. Еще уведомление ставить. Верификация. Верификация.
Тоже кто-то опубликует эти страницы. Там фотографии. Сообщество тоже. Видеозаписи. Тоже люди знают. А это тоже не получится с Данил каналом, который я загружаю на компьютерной технике, там игры. Это тоже не получится сделать верификацию. Не, она не нужна тебе. Ты ведь не Toyota, не известная компания. Не Mercedes, не Puma. Ты просто Данил канал. Твой канал никто копировать не будет, понимаешь? Никому это не надо. Мошенники, они копируют известные каналы. Известных людей копируют. Мошенники. Да, мошенники. Воры. Ну, а тебе зачем? Твой канал все равно никто копировать не будет. Никому это не надо. И подтверждение никто не будет у тебя спрашивать, твой это канал или не твой. И в Одноклассников тоже. Конечно, не в Ютубе. И в Инстаграме. И в Инстаграме, и ВКонтакте. И у меня никто не спрашивает. У меня тоже нет. А кто должен спрашивать, мам? Никто не должен спрашивать. Никому в голову не придет спросить, ты настоящий или ты не настоящий. Это известные каналы. Ну, плюс 100-500, например. Вот у него есть верификация. Потому что он известный очень. Поэтому есть верификация. Он же один такой плюс 100-500, других же нету. А если кто-то возьмет и сделает, тоже напишет 100-500. И у него не будет верификации, потому что ему не дадут. Он знает Google, что это не он. Что не позволят ему 100-500, работать. 100-500 он один, там у него есть галочка и все. Ему не позволят работать просто и все. А другому... Только с Ютубом. Другому человеку не дадут галочку такую поставить. Потому что 100-500 уже есть один. И он известный, его все знают. И другим галочку не дадут, если они тоже назовут свой канал 100-500. Понимаешь? Подтверждение тоже... канала, вот как паспорт. У тебя есть паспорт? Ну да, есть паспорт. У кого же нет другого такого же паспорта? У меня российский паспорт, Максим. Как на картинке тоже здесь написано, что... Не понял. Да хоть армянский пан. Без разницы. Максим, там еще салат остался, если хочешь. Mm-hmm. Наелся? Mm-hmm. Ну чуть я мясо поставила, он говорит, в микроволновке стоит. Mm-hmm. А та, сейчас я с Ханом погуляю. Mm-hmm. Что, салата хватает? Mm-hmm. Тоже так же. Нет, я сейчас приду, да, они все равно надо. Ну что, ребята, мы всегда объяснили эти Максимы и мамы. Но я выхожу из игры, но я буду кое-что там выкладывать, там, чтобы потом все знали.